Всем привет! Сегодня и вообще вот эти 2 недели это ужасно просто, потому что, смотрите, прибила палец. Почему-то только с пальцем, понимаете? Сегодня делала, резала картошку на суп. Порезала палец. Да ладно. Ну вот, немножко тут остановила кровь. Сегодня это было. Вот. И, кстати, вот. И сейчас решила выпить чай, закипятила воду, и получается, взяла чайник вот этой вот рукой, ой, я его обожгла пальчик, взяла чайник и начала, как всегда, наливать в кружку, и получается, я вам покажу, какой у нас чайник, его надо выкинуть, честное слово, после этого раза его надо выкинуть, потому что я вроде бы знала то, что там чуть-чуть, там что-то, ну там такая трещинка была маленькая на горлышке, то есть куда-то заливать воду, вот, ну или чистить его, там такая есть штука, и, короче, она, я держу этот чайник, когда наливаю, она вот так вот открывается, я его как переклонила вот так вот, она выпадает, и получается, я просто этот чайник на плиту. О, и сразу, понимаете, что у меня, я вообще ничего не понимала, я кидаю этот чайник и быстренько промывать руку и сразу в полотенце. Я в полотенце было очень пекло. Вот. Мама в эту очередь немножко даже просмеялась. Но потом она типа сказала, просили, типа, вот, у меня тут вода холодная, такая прохладная. В ковшике. И я тут сижу, свой пальчик. Ну, уже как проходит. Вроде бы все нормально, даже да уже не печет. Я сижу уже 5 минут. Вот так вот. Круто. И почему-то все с пальцами, посмотрите. Я так и думала, и когда сегодня надо палечки немножко подъеду, вот, ну, чуть-чуть совсем. Немного пошла кровь, я ее остановила, и получается, знаете, такая, блин, вот каждый день у меня будет что-то случаться, там, сегодня этот, завтра вот этот, послезавтра вот этот, потом вот этот. Вот, предугадала. Уже не за... Я уже перехотела этот чай долбанный. И сделала себе бутерброды, и бросила этот чайник, черт, ужас, какая-то вторая уже неделя, вторник сегодня, неудачка, ты мне с пальчиками. Ладненько, всем пока-пока, всех очень сильно люблю, бабушки, пока.